По статистике, которую ежегодно подводит в Государственном управлении МЧС России, самым пожароопасным праздником в нашей стране бесспорно является Новый год. Петарды, фейерверки, гирлянды, бенгальские огни – все это вкупе с принятым для окончательной радости алкоголем представляют собой взрывоопасную смесь. В этот период растет количество возгораний, травм и, что самое ужасное, смертей. И причиной тому в большинстве своем является наша же безалаберность. И проявляется она в желании поскорее приобрести всевозможную праздничную атрибутику в связи с отсутствием времени. А ведь необходимо обращать внимание на даты производства новогодних лампочек и петард, лицензии, разрешительные документы и, самое важное, приобретать это все только в определенных местах, никаких уличных палаток и ларьков, обнесенных сайдингом. Во избежание трагических последствий региональное управление по надзорной деятельности ГО МЧС в преддверии новогодних праздников проводят регулярные рейды по местам продаж, пиротехники и иных мерцающих, разноцветных, но таких огнеопасных предметов.